Всем здравствуйте! Юлия Меньшова и Игорь Гордин живут вместе 23 года. За это время у супругов родились двое детей. Старшему сыну Андрею 22 года, а дочке Таисии 16. Впрочем, их семейную жизнь нельзя назвать безоблачной. Супруги расставались на несколько лет. Но в 2009 снова сошлись. 6 мая Игорю Гордину исполнилось 55 лет. По случаю юбилея супруга Юлия Меньшова оставила очень личное сообщение в адрес мужа. Сегодня у мужа юбилей, празднуем в теплой и дружеской компании. Строго семейной. Когда мы познакомились, я не знала, что семейная жизнь – это не только совместные радости, горести, здравия или болезни, а еще и возможность научиться тому, чем сама не обладаешь, начала свой пост Юлия. Благодаря мужу, как признается Юля, она усмиряла свой максимализм и восхищалась великодушием и мудростью супруга. Училась внутреннему покою. Я никогда не умела так здорово играть с нашими детьми, как это делал ты. И ни за что не смогла бы так изумительно насыщенно продумывать наше путешествие, да еще с таким удобством для всех и учитывая интересы каждого, поведала Меньшова. Она не скрывает, что восхищена актерским талантом Гордина. У меня бегут мурашки от потрясения и восторга. Я каждый раз заново влюбляюсь в твой огромный талант, которому не научиться, и по-настоящему горжусь. Всерьез и основательно? Будь здоров, мой дорогой. «Я счастлива быть твоей женой», – написала Юлия, после чего призналась мужу в любви и попросила его. «Пожалуйста, не разбрасывай носки по квартире и не ставь посуду рядом с раковиной, Игорь, а внутрь раковины. Это же так просто, сколько же можно повторять?» Стоит отметить, что Юля не любит вспоминать период, когда она не жила с Гординым. Все произошло через полгода после рождения их второго ребенка. «Я понимала, что моя известность будет испытанием для мужа, талантливого и замечательного актера. Но мне казалось, что мы с Игорем готовы к этому. Я ошиблась», – делилась актриса. Примирила их работа. В 2008 году артистов пригласили сниматься в фильме «Преступление будет раскрыто». Поработав вместе, они поняли, что больше не хотят расставаться. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.